Всем привет, и кто меня не знает, я Исулу, это Мента, и это канал Fancy Something. И это вторая серия проекта «Операция спасения двушки». Эта серия будет посвящена нашей гостиной. Как это нашей? Ваниной. Всем привет, я снова с вами. Первый выпуск был самый тяжелый, мы сделали всю самую пыльную работу, а в этом выпуске останется все самое приятное. Но у нас остался должок, если вы помните, хотя такое сложно забыть. Нам еще нужно вставить стекла и забить штапики. Да, у нас в прошлый раз произошел небольшой форс-мажор. Сначала мы забиваем только одну сторону штапиков. Вы не забыли, что нужно их крепить с двух сторон. Мы сейчас установим стекло и закроем штапиками с другой стороны. И, кстати говоря, это будет довольно сложно, потому что забивая штапики молотком, можно повредить стекло. Safety is number one priority. На этот раз я буду осторожней. Заноси стекло. Здесь написано «Ментай». Это он. Ты держишь? Я держу. Теперь-то тут есть штапики, я могу только с этой стороны держать. Держишь? Да. Точно держишь? Я уже начинаю сомневаться. Не спрашивай так часто. Блин, у меня нос чешется. Блин, страшно реально поломать стеклышко. Может, ты подержишь, а я забью? Нет. Мне больше стекло не доверят, да? Тебе страшно? Да. Мне тоже. Блин, осторожно, я вся вспотела, блин. Блин, я тоже. Сейчас. О, красава, ты умный. Та-дам! Ну еще вот здесь вот надо по краям. Но оно уже держится. В нашем регионе стоимость подобной перегородки была бы около 150 тысяч тенге. Точнее, начиная от 150 тысяч тенге. Да, она, наверное, очень маленькая, тоненькая. Наша же перегородка обошлась нам в 45 тысяч тенге. Это примерно стоимость с учетом бруса, расходных материалов, стекла, краски, стекла, всего-всего, что вообще мы использовали. Наконец-то мы приступаем к ТВ-зоне. Последние несколько лет мой телевизор лежит на балконе. Я вот подумал, что было бы круто смотреть YouTube и сериалы на большом экране. Либо играть в приставку. Поэтому было бы круто найти ему наконец-то его место. С самого начала эта зона выглядела вот так. Эти обои были везде, а дверь была с заводским покрытием. Все это выглядело не очень. После нашей первой переделки мужской берлоги она выглядела так. Ну, историю про Даньку вы помните и к чему все это привело, знаете. Сейчас перед вами схема Ваниной квартиры. Это двушка. Многие нам говорили, что это однушка, студия, там как угодно. Но в нашем понимании это двушка с объединенной кухней, кухней-студией. Сейчас мы работаем в самой большой комнате, в которой должны расположиться гостиная, кухня, прихожая. И в связи с этим хотелось бы эти зоны разделить. Вообще есть несколько вариантов зонирования. Перегородки, ширмы, раздвижные двери. Еще как вариант можно зонировать мебелью с помощью штор. Арабская ночь. Можно зонировать обоями, использовать разную текстуру, либо разный цвет краски. Еще можно возвести подиум. You wanna be on top. И поставить шест. Зонирование шестом. А вдруг я пожарник? Как Бретман Рок на шесте дома. Также можно зонировать аркой. Еще можно зонировать светом. Прожектором. А теперь давайте составим наш план, что мы будем делать в ТВ-зоне. Нужно все хорошенечко продумать. Ну что ж, давайте разложим все наши карты. Я схематически нарисую план нашей ТВ-зоны. Стена длиной 5 метров, колонны по бокам, дверь и балконные окна. Так, что мы будем делать с окнами? Я хочу их перекрасить. Посмотрите, как стильно смотрится в черном цвете, и они будут отлично сочетаться с нашей новой перегородкой. Что касается двери, вот так она выглядела изначально. А я хочу переделать в дверь вот такого дизайна. Она довольно минималистичная, но очень стильная. И да, в этой зоне у нас будет стоять диван, но уже не у стены, а напротив нее. Таким образом, у нас будет зонирование мебелью. И у нас сразу образуется зона для отдыха.
плохо. И выбирая цвет, я отталкивалась от цвета дивана. Чтобы комната не была слишком аляпистой, я решила остановиться на синем. Но какой оттенок? Темно-синий в цвет дивана, либо голубой? И я выбрала голубой, потому что мы хотим светлую квартиру. И даже этого мало, потому что оттенков голубого просто уйма. Как выбрать цвет, я вам расскажу чуть позже. Мне приглянулся этот цвета незабудки. И с его помощью мы будем зонировать пространство. Этой краской мы покрасим стены и потолок от колонны до колонны. В этот же цвет мы покрасим и дверь. Посмотрите на референсы, как классно смотрится, когда все в едином цвете. Из-за колонн в комнате образовались ниши. Мы воспользуемся этим и сделаем там полки. Ни в коем случае не упускайте такую возможность, если у вас есть ниши. Что касается полок, посмотрите, какая разница между тонкими полками и толстыми. Казалось бы, мелочь, но это действительно делает интерьер дороже. Поэтому мне очень важны именно толстые полки. И с их помощью мы создадим идеальное сочетание голубого и дерева. Звучит неплохо. Пора приступать, и у нас почти подготовлена комната, только осталось установить плинтуса. Комната с плинтусами выглядит гораздо аккуратнее, и советую выбирать именно широкие плинтуса. Они смотрятся так, по-американски, что ли. И самый главный плюс, их можно красить. Ну что, давайте занесем главный предмет всей этой квартиры. Это синий диван. Let's go, ребятки. Именно здесь будет наша чил-зона с телевизором и, конечно же, диваном. Это место уже стало располагать к отдыху. Эх. Можно смотреть телевизор, играть в игры. К примеру, советую игру Perfect World Mobile, ее можно скачать на телефон. Это очень красивая игра со сказочным миром, и в этой игре есть все, что я так сильно люблю. Во-первых, у вас есть свой персонаж. Можно самому выбрать ему внешность, черты лица, изменить глаза, губы, поменять прическу. Мне, к примеру, вот это нравится. Веснушки, румяный носик, стрелки. Во-вторых, можно создать свой собственный дом. В последнем обновлении игры как раз улучшили раздел усадеб. Теперь можно менять ландшафт и стало удобнее располагать объекты. Хоть где-то у меня будет усадьба. И в-третьих, самое умилительное, здесь есть животные. Вот тут я на лошади и, внимание, есть сторожевые звери, собака, гусь и ламы. А, они мне нужны! Очень красивая графика, конечно, спецэффекты. Тут можно летать, много разнообразных локаций. И у игры есть сюжет, как будто смотришь фэнтези-фильм. С русской озвучкой, кстати. Мангу, ты приходишь в себя. Была сильная магическая буря. Так играть еще интереснее, можно больше расслабиться и погрузиться в геймплей. У игры Perfect World Mobile много фанатов, и наконец-то это ее долгожданное возвращение с масштабным обновлением. Скачать можно на Android и iOS, ссылку я оставила в описании под видео. Ну что, отдохнули? Пора за работу! Пластиковые окна. Это очень большая часть квартиры, как вы, наверное, уже заметили, и при этом очень дорогая. Когда я только заехал в эту квартиру, увидел эти окна, я даже не представлял, что их можно спасти. Рама окон была полностью обклеена желтым, малярным, скотчем, клеем, заляпанная. Полный ужас. Они достались Ване от застройщика, как и большинству, и выбора особого нет. Конечно же, можно купить, новое всегда лучше старого, но я считаю, что если вещь работает и есть цель сэкономить, то нужно оставлять и делать лучше. Окна нормальные, не продувают, с ними все хорошо, поэтому было решено их перекрасить. Для начала зацените мои желтые перчатки. Я увидела их строителем и такая, господи, это мое. Safety is number one priority, потому что сейчас мы будем работать с растворителем. Нам нужно тщательно отмыть окна, обезжирить. Забавно, что сейчас я могу вам уже не говорить, что тщательно проветривайте помещение, потому что у вас будут открыты окна, и это неизбежно. Кстати, даже после этого этапа окна стали уже выглядеть лучше. Очевидно, да, что их нужно мыть. Затем, следующий этап, нужно зашкурить поверхность мелкой наждачкой. Нам нужно лишь сгладить поверхность и удалить какие-то царапины и незначительные неровности. По сути, нам нужно сделать ее матовой, снять глянцевый гладкий слой, чтобы обеспечить лучшее сцепление краски. После этого еще раз обезжириваем поверхность. И, кстати, нужно снять все ручки, нужно повернуть защелку и открутить. И после этого еще раз помыть. Да, мы тупанули, надо было снять сразу. Мы рассматривали разные варианты, чем можно покрасить пластиковые окна. Я видела и специальные краски в магазинах, и красковая розоль
для пластика. Я думаю, что краска в аэрозоле будет течь, так как мы будем красить вертикально. Но остальные я не пробовала, и я не могу так рисковать. Поэтому я решила сначала загрунтовать по старинке Otex Aqua тикуриловской, потому что ею я красила и кафель в ванной, поэтому это проверенная штука. Покрывать я буду валиком, и он у меня линяет. Хочу немножечко снять ненужные волоски. Так что берите лайфхак на заметку. Готово! Давайте грунтовать. Выбирайте именно с приставкой Aqua, потому что она на водной основе и совершенно не пахнет. Покрываем грунтовкой в один слой. Подойдите к этому вопросу внимательно, потому что грунтовка — это залог вашего успеха. Мы забыли, конечно, заранее все проклеить малярным скотчем, но хорошо, что мы успели вовремя. Эти внутренние части уже валиком не прокрасишь, поэтому я все это буду прокрашивать кисточкой. К этому месту прислоняется резинка, поэтому окно должно остаться открытым, чтобы грунтовка могла схватиться и высохнуть. Нужно покрыть грунтовку в один слой, мы закончили. И теперь нужно дождаться как минимум 5 часов до полного высыхания, и потом можно будет красить. То же самое мы проделаем с соседним окном и балконной дверью. А вот с краской уже все попроще. Можно взять, к примеру, эмаль. Она недорогая, но очень плотная. Это та же самая эмаль, которой мы красили перегородку и в том же самом графитовом цвете. Я хочу, чтобы они сочетались. И опять же, советую выбирать не черную, а именно сероватую, с каким-то оттенком. Так будет выглядеть дороже. Дороже. Ну что, скрестим пальчики? Пока выглядит ужасно. Но это лишь первый слой. Не стремитесь покрыть сразу толстым слоем, иначе все будет стекать вниз. Терпение, терпение. Один слой, второй, третий. И мой совет: сначала пройдитесь кисточкой по всем углам, а уже потом закатывайте валиком. Так будет проще. Кстати, что касается резинок, их практически невозможно заклеить малярным скотчем, поэтому если краска касалась резинок, ничего страшного. Обычно с резиновых поверхностей краска легко отходит, поэтому краску можно легко оттереть. И да, советую вам красить окна летом, потому что вечером стало уже так холодно. Поэтому я надела худи. Естественно, в желтом цвете. Мы ждали примерно полчаса для просыхания первого слоя и покрывали вторым. Мы прокрасили и петли, и за петлями, и даже покрасили дверные ручки. И не советую дожидаться полного высыхания, можно сразу снимать малярный скотч. Иначе, если краска совсем высохнет, то малярный скотч может приклеится навсегда. И при отрывании будет оставаться кусками. Уже очень поздно, оставляем окна до полного высыхания, помоем стекла и вернемся. Доброе утро! В общем, наступил следующий день, и наши окна полностью высохли, и они стали более матовыми. Мне вообще нравится эта эмаль, потому что вот ее степень матовости, этот полумат, и она выглядит такой сатиновой, вообще очень красиво и дорого. Нам осталось что-то решить с подоконниками, потому что, ну, они очень портят картину, они просто желтые. У меня есть идея в голове, что с ними можно сделать, но я еще пока думаю, может быть, как-то можно улучшить эту идею. Поэтому оставим их пока на потом. Когда я уже решу, мы это сделаем. И я понимаю, что вам теперь видно весь бардак на балконе, но это временно, потому что в последнем рунтуре это все будет убрано, и вы посмотрите уже красивый окончательный результат. Но, к сожалению, пока от этого всего мы избавиться не можем. Это нам нужно для проекта. Нам же нужно было деть куда-то всю нашу мебель. И да, вы слышите меня здесь на балконе, потому что у меня петличка. Реставрация окон обошлась нам в 5000 тенге. Эта сумма тоже примерная, но если бы мы брали замену окон, то это бы обошлось нам 1200, наверное. И это были бы, наверное, не черные алюминиевые окна, как мы хотели. Поэтому разница очевидна. Что касается батарей, их тоже надо освежить, потому что они уже со временем тоже пожелтели. Я взяла вот такую матовую на водной основе радиаторную красочку. Белоснежная, термостойкая, матовая. У меня прошлая радиаторная краска была на алкидной основе и воняла просто ужасно. Предварительно я их тщательно отмыла, зашкурила, чтобы они стали такими шершавенькими слегка. И по-хорошему их бы обезжирить, но тут, знаете, какая-то такая краска, она становится такой липкой. Я просто, по сути, ее высушила и все. Если бы мы еще и радиаторы красили в темный цвет,
что было бы слишком темно. Тут уже нужно выбирать либо окна, либо радиаторы. А обновление радиаторов обошлось нам примерно в 2000 тенге. И еще осталась краска, можно еще и в соседней комнате покрасить и к соседям сходить. А теперь приступаем к двери. В самом начале дверь выглядела вот так. Ее главный плюс — у нее простая форма, поэтому ее можно сделать лучше. У этой вещи есть потенциал. После первой переделки она выглядела вот таким образом. Ну, потом Дэнька все погрыз, эту историю вы знаете. Кстати говоря, учитывая даже то, что Дэня погрыз молдинги, сама дверь не пострадала. На ней не было ни единой царапины. Просто оторвался пенопласт. Ну, это очевидно. Он мягкий. Его приятно кусать. Он приятно хрустит в клыках. Вот она, наша дверь. Дверь нужно снова отреставрировать и полностью перекрасим в совершенно другой цвет. И, кстати, помните, как мы избавлялись от этой короны? 80 килограмм! Мы сделаем новую, более практичную и аккуратную. Ну что, давайте снимать молдинги. О, получается, получается. Фу. Уже неплохо. Я хотела дверь вот в таком дизайне. Он не перегруженный, довольно простой. Но выглядит изящно. Как нам казалось вначале, самый очевидный вариант был бы купить доски. Мы походили по строительным магазинам, посмотрели, но цены, честно говоря, кусаются. За эту цену при покупке досок можно было бы купить новую дверь. Самую дешевую, но новую. Поэтому было решено сэкономить и здесь и взять вместо дерева фанеру. Фанеру мы взяли 6-миллиметровую. Она довольно плотная, но при этом фанера не имеет таких свойств, как у дерева. Ее так сильно не ведет, и поэтому она довольно ровная. Единственной проблемой оставалось выпилить вот эти рейки, потому что они довольно длинные. И при этом у нас нет специальных инструментов. Максимум, что у нас было, это лобзик. Поэтому мы решили соорудить конструкцию из направляющих. Мы прибили наличник от этой же двери на нужном нам расстоянии и сейчас отпилим дощечки нужной нам толщины. Надеемся, что это сработает. Будем пробовать. Хорошо, ты закрепил. Я не закрепил. И оно криво пошло. Наш план не работает. Вот это прямая, по идее. Сейчас с другого конца пробуем, да, спилиться, наверное. Мы прибили рельсу номер 2. И надеемся, что теперь все будет по-другому. Почему так получилось? Не, я вижу, как прям пилку туда ведет. Мне кажется, не зря люди придумали циркулярку, да? Кажется, мы будем немножко пофигистами и просто будем пилить лобзиком без направления. Ничего себе у тебя забор. Мы напилили 7 досок по 10 сантиметров и одну на 15. Если быть честными, она получилась не идеально ровной, но человеческий глаз этого не заметит просто. Вот и все, поэтому не парьтесь. Но если вы совсем перфекционист, у вас нет циркулярки, отдайте ее на распил. Да. Но опять-таки, хочешь ровно, плати. За все нужно платить. Да. Либо делай сам. И экономь. Сейчас нам нужно их укоротить для того, чтобы вставить сюда, сюда. Поэтому нам нужно укоротить их до нужного размера. Воспользуемся торцовочной пилой. Мы подготовлены как никогда. И будем пилить. Затем все стыки мы затерли шпатлевкой по дереву. И тогда поверхность стала прям ровной-ровной. Что касается короны. У обналичников, те, что по бокам, мы отрезали верхушки под прямым углом, выпилили из фанеры доску шириной 12 сантиметров и по длине доски распилили рейку толщиной 1 на 2 сантиметра. Мы решили сначала собрать корону на полу, а потом уже приклеить к двери. Сначала мы решили приклеить рейки на жидкие гвозди. Но, честно говоря, держалось не очень, поэтому мы закрепили маленькими гвоздиками. Мы прибили рейки сверху и снизу, и вот что у нас получилось. Она у меня будет находиться вот... Ой, не дотягиваюсь.
Минуточку. Вот тут. Супер! Она идеально подходит по ширине двери и по высоте. Естественно, мы люди упертые, опять решили приклеить на жидкие гвозди. Но потом подумали, это ненадежно, давайте все-таки прибьем на маленькие гвоздички. И все будет держаться супер. Я не стала еще раз грунтовать дверь. Это обычная краска, белая эмаль. Чтобы у нас был подмалевок и в конце у нас получился чистый цвет. Мой самый любимый этап. Пора красить стены. По моей задумке, мы впервые будем красить потолок. Но, правда, не весь. Я с помощью этого приема хочу зонировать это пространство. И в этой квартире есть вот эти две колонны. Я хочу создать такое ощущение ниши, как будто бы вот эта вся часть, это ТВ-зона. И этот цвет будет зонировать эту область. Я хочу покрасить до этого края колонны. И мы пойдем вот так. И до отсюда. Также мы будем красить и дверь в тот же самый цвет. У нас будет что-то типа бюджетной альтернативы встраиваемой двери. Я покрашу стены в синий. По нашим референсам, помните, да? И на самом деле выбрать оттенок сложнее, чем кажется. Ты приходишь в магазин, и там целая палитра оттенков. Как правильно выбрать цвет? Во-первых, запаситесь референсами из Pinterest. Выберите то, что вам нравится. И придя в магазин, смотря на палитру, выберите несколько любимых оттенков. Я взяла карточку, повесила на стене, посмотрела, как меняется цвет в зависимости от освещения в квартире, и поняла, что вот это темновато. Поэтому я выбрала этот. На первый взгляд он мне показался слишком светлым, но так как в квартире есть тени, и тут есть все-таки ниша, и это не солнечная сторона, на него будет падать естественная тень, и оттенок будет казаться темнее. Поэтому учитывайте все эти аспекты. Это оттенок H353 или Микки, незабудка. Можете, кстати, загуглить и посмотреть, как он выглядит в других квартирах и определиться с выбором. Посмотрим, как этот оттенок будет выглядеть в нашей квартире. Самый главный челлендж для меня был это сделать ровную линию на потолке. Мы натянули веревочку. Я купила самую дешевую веревочку. Она, кстати, была это обычный шпагат, и он ворсистый. Не советую, потому что несколько ворсинок остались на потолке. Мы протянули этот шпагат от колонны до колонны, где должна была быть граница покраски, и просто вдоль этого каната клеили скотч. Советую взять широкий, чтобы не запачкать валиком, потому что потолок красить и так сложно, еще и аккуратно надо. Не советую. Хоть она и бюджетная, но она чуть дороже, чем та белая краска, которую мы покупали ранее. Должна крыть плотнее. Разливаем наш вунш-пунш. Цвета незабудки. Воздушный поцелуй оставить от надо, да-да. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю. Да любить могут одни девчонки. Ну что, первый мазь. Я в восторге от цвета. Можно здесь проводить фотосессии и брать за это деньги. Цвет выровнялся, и при естественном освещении все смотрится просто муа! Я рад, и у меня отлегло. Момент X, надеюсь, здесь не кривая линия. Пока полет нормальный. Кажется, получилось ровно. Видимо, годы рисования стрелок прошли не зря. Yes.
15 килограмм краски нам обошлось в 15 тысяч тенге вместе с колеровкой. Но настало время устанавливать ручки. Для этого существуют такие штуки, коронки. Let's go! В принципе, это вот так примерно должно работать. Дубль 2. Оба! Мастер! Теперь устанавливаем ручку обратно. В итоге обновка двери нам обошлась в 8000 тенге. Мне кажется, неплохо. Впечатляюще, я бы сказал. Да. Новая дверь будет стоить около 25 тысяч тенге. Где-то так. Но есть одно но. Наша дверь переделана с одной стороны. Точно. Я об этом не подумала. Блин, ничего нам... 16 тысяч обойдется дверь? Искать? Ну даже если дверь обойдется в 16 тысяч обновлений. Это все равно дешевле, да. Чем любая дверь. Она на самом деле крепче стала. Там появилось, да, дерево, потому что она сама из картона. Появилась шумоизоляция, стала тише. Если у вас есть ниши в квартире, то обязательно, обязательно их используйте. Отчасти это наказание, но нужно повернуть это в свою сторону и устроить там организацию. Я всегда смотрел на эти колонны с одной мыслью, то, что они же воруют пространство. Ну, как оказалось, все можно использовать во благо. Поэтому было решено установить там полки. У меня столько планов на декор на этих полках. Вы не представляете. Как я и говорила ранее, мы хотим именно толстые полки. Конечно же, самый простой способ, если хочешь толстые полки, то возьми толстое дерево. Это очевидно, да? Но это дорого. Мы, конечно же, сделаем бюджетнее из фанеры. Для этого мы взяли вот такой вот брус в строительном магазине. 4 на 2 сантиметра. Длина 2 метра. С помощью него мы сделаем такой небольшой каркас, который прикрепим к стене в этих нишах, а на него как бы нашьем фанеру. Благодаря этому у нас будет складываться ощущение, что полка толстая. Все верно. Сначала мы размечаем, где у нас будут находиться, собственно, полочки. Советую воспользоваться уровнем, чтобы не прогадать, потому что пол и потолок могут быть кривыми. Затем измеряем расстояние от стены до стены. Измеряйте по всей высоте, потому что из-за кривых стен эти цифры могут отличаться. Напилили, теперь делаем отверстие тут и тут. Чтобы дерево не треснуло, сначала мы просверливаем отверстие дрелью, приставляем доску к стене, вставляем гвоздь в отверстие и немножко пристукиваем молотком, чтобы понять, где нам сверлить в стене отверстие. Вставляем дюбеля и прикручиваем доску. Будет держаться железобетонно. Такие же рейки мы прикручиваем и по бокам. Делаем такой каркас по всей длине ниши. Расстояние между полками 40 сантиметров. Получилось очень аккуратно. По бокам мы тоже закрепили на двух саморезах. Выглядит очень круто. Нам нужно выпилить полку, но так как ниша кривая за счет того, что все стены кривые, непонятно, какие делать размеры. То есть мы отмечаем, но там углы, в общем, это невозможно вымерить линейкой. Поэтому мы нашли вот такой вот лист картона. Мы его сейчас приложим и сделаем такой своего рода трафарет. Вырежем и потом по нему будем вырезать фанеру. Другого варианта мы не нашли. Потому что мы измеряем, а все стены разные. Так, вот у нас есть первая полочка, мы ее устанавливаем. Выравниваем по уровню стены и прибиваем сверху гвоздями. Конечно, в идеале лучше выровнять стены, но у нас же бюджетный ремонт. И кривизна стен и полки не влияет на общее впечатление. Такую же фанеру мы прибиваем и снизу. Для удобства скрепите струбцинами, чтобы полка держалась, пока вы прибиваете. Вот тут ребята показывают, что по уровню полка ровная. Молодцы, молодцы. Теперь осталось нам прибить боковушечку. И этими боковушечками закрываем наш короб. Толщина полки получилась 5 сантиметров. И на мой взгляд, это идеальная толщина. Бум! Вот что у нас получилось в итоге. Выглядит просто потрясно. Мне очень нравится сочетание цветов. Дерево и голубой — это просто sweet couple. Здесь мы решили пропустить одну полку, потому что сюда я хочу подвесить Ванин скейт. Посмотрите, он просто офигенный, и у него оранжевые колеса. Все подходит под мою концепцию цветовую, представляете? И он сюда идеально помещается.
Офигенно, да? Можно так, а можно вот так. Напишите в комментариях, как лучше. Это мы сделаем уже в следующей серии. Нам осталось покрыть полки лаком. У меня вот такой, он прозрачный и глянцевый. И, к сожалению, он не на водной основе. Это нитролак. Он жутко воняет, но именно такие лаки создают такую стеклянную поверхность, которая легко протирается. Потому что на фанере, когда проводишь тряпкой, все цепляется, поэтому нам нужно абсолютно гладкое покрытие. Я нанесу в 2-3 слоя, и будет супер. Лак имеет небольшой оранжеватый оттенок, он не сильно меняет цвет поверхности, но зато подчеркивает немного текстуру. Я не очень хочу менять цвет фанеры, потому что я хочу оставить ее светлой. Господи, какой запах! Обязательно проветривайте помещение. На этом примере можно увидеть, насколько сильно изменился цвет фанеры. Он немного потемнел, стал немного оранжевым. И все, он не слишком темный, и меня это устраивает. На обе ниши у нас ушло 8000 тенге. Это очень дешево. А если бы мы покупали дерево, нам бы обошлось 1040. Какая гладкая поверхность. Полочки высохли. Ну что, давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Мы закончили! Ура! Ну, в этой серии, естественно. Да, впереди у нас еще очень много работы. В следующей серии мы уже поработаем над этой областью, займемся декором и уже закончим все штрихи, что касается вот именно этой зоны. Я все еще не решила, что мне делать с подоконником. Он ужасно страшный. У меня есть несколько вариантов, как можно его задекорировать. Первый вариант – это фанера. Может быть, мы сделаем так же, как и с полками. Будет смотреться как-то вот так. Как вам? Еще второй вариант, я думаю, может быть, выложить плитку, прям приклеить ее к подоконнику. Напишите в комментариях под этим видео свою идею. Опишите ее, чтобы я могла это визуализировать. И давайте в моем инстаграм Fancy Something я возьму самые классные идеи, и мы сделаем голосование. И в следующей серии мы это реализуем. Ждите следующую серию через пару недель. В ней мы продолжим работу над ТВ-зоной, и она наконец обретет свой финальный вид. Ну и даже это будет не все. После этого мы будем делать кухню, прихожую и спальню. И, о, да, это мой планер Fancy Holy Sheets. Его можно купить на сайте fancysomething.com. Он очень классный. Там внутри есть стикеры, сори, тут не все, потому что я их уже куда-то наклеила. Для тех, кто хочет быть организованным и при этом вдохновляться, здесь очень много красивых, ярких иллюстраций на мосте. Как вам? Что-нибудь такое в стиле фэнси? В стиле Патрика. Обязательно подписывайтесь на наш канал Fancy Something. У меня также есть второй канал Айсулу Нуртаева, более лайфстайл. Смотрите нашу первую серию «Операция спасения двушки», как все начиналось. А также, если вы любите ремонт, вот вам плейлист с лофт-проджектом. До встречи в следующей серии. Всех целую. Всем пока.